Chevrolet показала на фото мощнейший Corvette. Автомобиль станет самой быстрой и мощной модификацией Corvette. Компания Chevrolet показала на фото самую мощную модификацию Corvette. Спорткар получил эксклюзивный мотор V8 LT5 с нагнетателем. Мощность 6,2-литрового агрегата составляет 775 лошадиных сил при 969 Нм крутящего момента, передает Top Gear. Столь впечатляющей мощности производитель смог достигнуть, благодаря использованию собственной системы двойного впрыска топлива. Также известно, что двигатель работает в паре с 7-ступенчатой механикой и 8-диапазонным автоматом. В продажу спорткар должен поступить весной будущего года. Стоимость будущей новинки в настоящее время держится в секрете. Ранее корреспондент Net сообщал, что был определен самый быстрый серийный автомобиль в мире. По материалам сайта newsgro.com.